Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня на форуме в Грозном познакомился с крупными инвестпроектами Карачаева-Черкесии. Представляя экспозицию Карачаева-Черкесии, председателю правительства России Рашид Тимрезов рассказал о реализации проектов, включенных в модель экономического развития республики. Премьер-министр внимательно познакомился с проектом по строительству первого аэропорта. Следующий проект – развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров – входит в модель экономического развития Карачаева-Черкесской республики до 2030 года. Реализация проекта идет по заявленному ранее плану. Далее Рашид Тимрезов рассказал премьер-министру о проектах в сфере туризма, о том, в том числе о развитии курорта Архыз, который находится под управлением стратегического инвестора «Горные вершины». Глава региона поблагодарил Михаила Владимировича за поддержку Карачаева-Черкесии в вопросах развития экономики и социальной сферы, что, безусловно, поможет в достижении показателей.